В Чебоксарах по муниципальной программе развития транспортной системы города заменит асфальт в 41 дворе. Треть адресов, а точнее 13, расположена в Калининском районе столицы. Работы по замене дорожного покрытия там уже завершены. По информации районной администрации, все 13 дворовых площадок ремонтировал один подрядчик. По всем адресам у входа в подъезды уложили свежий асфальт, обновили тротуары и бордюрные камни, а также перестелили дорожное покрытие на проезжей части рядом с домами. По словам жильцов 27-го дома по проспекту Тракторостроителей, капремонта территории возле 9-этажки не видела ни разу. Она была в эксплуатацию введена 38 лет назад. Ну вот сейчас, что отремонтировали нам, всем жильцам, лично и мне, очень нравится. Довольны и мои внучки, приходят вот с соседнего дома, говорят: деда, так красиво стало у нас. За 10 рабочих дней подрядчик обновил 1300 квадратных метров покрытия. На это из бюджета республики выделили почти 1 000 000 рублей. Строители предусмотрели здесь и съезд для колясок, чтобы молодым мамам и маломобильным горожанам было удобнее спускаться на проезжую часть. Правда, у одного из подъездов он оборудован по всем требованиям, у другого явно требует переделки. Это пока временно. Здесь есть, проживают инвалиды, да, вот колясочки. Просто это мы сделали здесь для них. Ну, то есть вот такая конструкция, она, в принципе, по ГОСТам может? Нет, не может. Это, видите, чтобы сделать нормально, нужно, как бы сказать, то есть привезти асфальт там, да, это надо подготовить там все. Здесь мы просто не подготовили, сделали пока вот временно. Это, а когда сделаете не временно? Сделаем, ну, вот на следующей неделе, наверное, сделаем.